Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед. И только все вместе. Поехали. Спасибо. С годовщиной фестиваля хочу пожелать фестивалю, чтобы каждый год прибавлялись участники и зрители, чтобы этот фестиваль мы с вами отметили его столетнюю годовщину. Также хочу всех поздравить себе с 4-й годовщиной Великой Победы. Занимайтесь спортом и йогой. Но я этого не говорил, конечно. Всех с праздником, всего доброго. Это мероприятие 4-й раз уже проводится. Фестиваль единоборств, в который вовлечены не только единоборцы, а еще и коллективы творческие нашего района. Мероприятие очень нужное. Потому что в данный момент, даже в нашем районе, спортом занимается очень мало людей. Мало детей, мало взрослых. И это мероприятие, надеюсь, для молодежи послужит, ребята для молодежи послужат примером, и они приведут в секцию не только своих друзей, а еще и своих родителей, и своих братьев и сестер. Поздравляю вас с открытием 4-го фестиваля единоборств. Этот фестиваль посвящен самому главному празднику нашей страны – Дню Великой Победы. Всем участникам соревнований желаю показать свое мастерство, занять призовые места. Всем зрителям, кто еще не стал спортсменами, я думаю, после этого фестиваля станут спортсменами. Всем желаю крепкого здоровья, успехов в спорте и с наступающим праздником Победы. Спасибо. Здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Здорово, что собирается большое количество детей. Надо двигать это дальше, продолжать. Так что наши, чтобы спортсмены били своих друзей побольше. But you're gonna regret it when you hear that boom like an angel is screaming.
должен приехать, будет на открытие нашего спортивного зала. Вот это, конечно, в данный момент мы являемся здесь основоположником грэпплинга. Сейчас дзюдо заходит, будем пару боксов будем культивировать. Сейчас непосредственно есть каратэ Кокушинкай, и хотелось бы выступать ребятам еще и с федерацией кикбоксинга. Конечно, данное мероприятие, оно, это спорт, спорт это здоровье, спорт укрепляет силу духа, спорт объединяет, дети дружат, общаются, здесь,